Министерство обороны, я мало сказал, значит, песня посвящается стрельбе из пистолета Макарова. Вы знаете, у нас есть такие части, которые не стреляют из вообще ни из чего, никогда. Им не доверяют оружие. И правильно делают. Они воюют там компьютерами и прочим. Песня посвящается стрельбе из пистолета Макарова на дальность 25 метров по грудной мишени тремя патронами один раз в 8 лет. Министерство обороны после службы долгих лет выдает мне три патрона и тяжелый пистолет. Я с чем уже тренировки, я одну бою жену, но совсем без тренировки мне не защитить страну. Тут со мною начинают инструктаж, без него ж ты, брат, конечно, маху дашь. Никуда ты без него не попадешь, а застрелишь сам себя, ядрёна вошь. Чтоб душа была начальником чиста, распишись-ка ты скорее в пяти местах. Не случилось, чтоб ужасная беда, сделал шаг, а после сразу дохладай. Выхожу я на исходный, три патрона достаю, но террор международный сейчас заочно всех убью. Быстро выбросьте угрозы ваших ядерных ракет, так как я сжимаю грозно три патрона в кулаке. Тут команду произносят, заряжай! Начинаю быстро я соображать, не ударить бы теперь мне в грязь лицом, магазин патрон совать каким концом. Террористы пусть немного поживут, разберемся через несколько минут. Всех сумею в одночасье победить, коль сумею магазин свой снарядить. Наконец нашли патроны, место нужное свое. Я походкой гуруна приближаюсь, ё-моё. Становлюсь суровый сразу, как железная броня. Жду отдания приказа на открытие огня. Никого я во вселенной не боюсь, я теперь покруче, чем Уиллис Брюс. И Кутузов, и Суворов, и Илья, и Пожарский, да и Минин тоже я. Пистолет скорее в мишень бы навести, сразу выбью 60 из 30. Не забыть бы вот надеть на нос очки, полетят по закоулочкам кулачки. То дают команду к бою, ну теперь тушите свет. Я дрожащей рукою поднимаю пистолет, становлюсь мишенью боком, наставление как велит. И колесо суровым оком, и безжалостен мой вид. Тут на ухо мне командуют огонь! Я давлю, а только нету ничего, а я сильнее, тут толкает бог меня. Слышишь, да ты ж его с предохранителя не снял. Я предохранитель, я тут вниз давлю, пистолет роняю, а потом ловлю. Поднимаюсь, не случилось ли чего, а вокруг уж больше нету никого. Что трухлявое боитесь пистолетного меня? Я иду, суровый Витязь, прям к линии огня. Поднимаю свою пушку, ща поймет, что почем. И беру мишень на мушку, нажимаю на крючок. Как тут вдарило оружие мое, как тут пуля полетела, ё-моё. Как тут пуля пролетела, и ага, как мне дельце засветило по мозгам. Я от ужаса такого сразу взмок и уже решил, что рухнул потолок. И закрыв на всякий случай все глаза, даванул на спуск скорее два раза. Улетели птицы пули, дым стоит пороховой. Все полезли из-под стульев, каждый блин едва живой. Забирает мою пушку, каждый как ребенок рад. Обнимают все друг дружку и спасибо говорят. Мы-то думали, что нам пришла хана, что не доживем уже мы до темна. Жен с детишками велим тебя любить, что сиротами и вдовами не быть. Ты иди скорее, родимый, погуляй, только больше умоляем, не стреляй. За 5 лет тебе поставим 5, чтоб не надо было более стрелять. Все, уже конец близко. Пусть боятся террористы и Усама бен Ладен, будет точен каждый выстрел в небе, в суше и в воде. Вы печатайте награды, пусть на нас они гремят. Победим любого хода мы с патронами тремя, мы с патронами тремя, мы с патронами тремя.